спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В понедельник в Самарском регионе пасмурно. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем плюс 21-23. Ночью плюс 16-20. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. В Сызрани в дневное время малооблачно. Также возможен дождь, гроза. Плюс 23-25. Ночью плюс 17. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. В Тольятти днем плюс 22, облачно, дождь, гроза. Ночью плюс 17, западный ветер 2-5 метров в секунду. В Самаре днем пасмурно, дождь, плюс 21-23, ночью плюс 18, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха 52%, температура воды в Волге плюс 20, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Геомагнитный фон спокойный. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.